северные гости северной столицы, а точнее реабилитационного центра для диких животных в Раполово. Двух оленей, которые несколько дней паслись возле Мурманского шоссе, отловили и доставили в Велес. Скорее всего, животных привезли в одно из частных областных хозяйств для вип-охоты. Однако копытные сбежали. Какое-то время олени держались возле шоссе, создавая аварийные ситуации. Желающие сделать селфи с практически ручными животными парковались прямо на обочинах. Тогда и оказалось, без помощи человека оленям не выжить. Мы кради мою еду. Теперь пара северных оленей, их за сказочное везение назвали Гензель и Гретель, осваиваются в компании других постояльцев Велеса. Проблема лишь в том, что этим зверям жизненно необходим ягель, а времени на то, чтобы его собирать, у сотрудников реабилитационного центра нет. Так что помощи волонтеров будут рады.